Партнер проекта – группа компаний «Юрпроф». Весь спектр юридических услуг. Телефон 75 13 63. Спонсор программы «Место происшествия» – «Ломбард Титан». «Ломбард Титан». Продажа качественной БУ техники. Огромный ассортимент. Прием бытовой техники на комиссию. Индивидуальный подход. Воровского, 133. Телефон 78 15 26. На улице Ленина лихача на иномарке занесло, и он едва не сбил ребенка. Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». На перекрестке улиц Ленина и Розы Люксембург водитель оранжевого «Форда» решил экстремально повернуть. Ох ты, придурок. Ребенка не сшиб. Лихач подрезал попутный Рено, а также чуть не сбил мальчика, который шел по пешеходному переходу. Ребенок вовремя заметил автомобиль и успел отбежать. На загородной трассе регистратор зафиксировал неудачный обгон. Легковушку занесло, она выехала на встречную полосу, а затем оказалась в кювете. Автор видео и шофер попутной Нивы остановились, чтобы помочь водителю. В Кирове на улице Щерса водитель иномарки, выезжая на главную дорогу, спровоцировал аварию. К счастью, автомобиль с регистратором въехал в сугроб. Другие участники движения не пострадали. Через несколько секунд водитель с камерой выехал на дорогу и продолжил путь. На улице Северное кольцо у железнодорожного переезда не поделили дорогу таксист на 14-й и пожарная машина. После аварийной встречи у 14-й оторвало зеркало заднего вида и поцарапало кузов. На улице Романа Ердякова у перекрестка фургон оригинальным способом почистил от снега бампер попутной иномарки «Форд». Вот, это университетский, поэтому я продал фабрику и решил доучиться все-таки. Вот. Пьяные мужчины в колее. Такую картину наблюдали жильцы одного из домов в Кирове. Одному бедолаге все же удалось выбраться, и он тут же поспешил в подъезд. Другой мужчина полного телосложения не мог подняться. Выручил его водитель белого фургона. Увидев на дороге лежащего человека, он вышел из машины и отвел его на тротуар. Михаил Вагин, место происшествия.